Пожалуйста, ты же уехал без цепочек. Цепочки, которые на тебе, это все от солдат? Да, это где-то где нашел, где-то снял. У нас машину взорвали, короче. Сейчас без, ну, без машины, без боевой. Ты жив, все нормально, ничего не ранено? Там вот рядом, которые с нами были, пацаны, там у них есть 300-е. Ну, 300-е, это которые ранения, там, ноги, руки. Я так смотрю, вот эта война так много покалечила людей, не сколько убитых, сколько без рук, без ног. Вот смотришь по телевизору, смотришь по интернету, елки-палки. В основном руки-ноги. Это осколочные, да, вот такие вот? Да. У нас вчера вот с нами прям орбиты осколки прилетали, мы успели. Кто-то если убивает, мам, я вот видел нашего командира роты, замкомандира, просто прилетело смертельно в окоп нахуй, просто попало, она разорвала. И загрузили просто в пакет, мы везли. Ну что, про нам уже все. Мы вот сейчас стоим в обороне, потому что нас народу мало, что какие наступления. Они ходят в наступление, но вроде там наши тоже впереди чуть-чуть, которые нас отбивают, атаки вроде держатся. Конца и края этой войны не будет, это точно. Да, все, это вроде говорят, если зимы не угомонятся, то это будет пиздец. Уже все жители, кто местные остались, у них ни газа, да ничего, что, ни еды, ничего. Но мало того, местные. А сколько наших потом еще, сколько будет, и сколько таких молодых парней, как вы, будете помирать? За что? За то, что просто границы оборонять, то, что в нашу Россию не полезли? Да тут все равно и так тоже много кто приходит, кто первый бой видит, там какой-нибудь много отказников, как бы есть, ну, возможность отказаться, потому что, как бы, ну, вроде как бы и контрактники, и добровольцы, но есть, как бы, возможность отказаться, чтобы, ну, типа, чтобы куда-то перейти на помягче режим. Потому что, как бы, много кто увидит это, на самом деле, то есть и понимаешь, что это нихуя не шутки, точно, как бы. Телевизор не смотрю новости, лишний раз не расстраиваюсь, не знаю, что там творится. Там много потерь, как бы, вам там по телевизору не расскажут правду. Ну, естественно, не покажут. Ну, кому это надо, блядь, народ начнет бастовать тогда.